Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Я очень надеюсь, что у нас все состоится со связью. Прямо сейчас мы проведем с вами эфир на тему, почему большинство людей никогда не достигнут успеха и как не пополнить их список. Я жду буквально немножечко и очень прошу всех, кто присоединяется, написать, хорошо ли меня слышно и видно, потому что я переживаю за связь. Я сейчас нахожусь в Египте на соревнованиях, на турнире со своим ребенком, на сборах. Вот. Но, тем не менее, я наконец-то нашла время и очень надеюсь, что все будет хорошо в моем чудном номере с интернетом, и мы сможем с вами провести классный эфир. Поэтому напишите, пожалуйста, что вам меня хорошо слышно, и мы, и видно. И мы с вами сейчас начнем. Вот, замечательно. Это меня очень радует, потому что я немножко переживала. Итак, почему выбрала эту тему? Потому что дело в том, что, знаете, вот все вещи гениальные на самом деле просты. И это так и есть. Но я думаю, что что-то произошло с людьми, и мы в какой-то период времени начали все очень сильно усложнять, искать какие-то очень сложные решения, стараться куда-то докопаться. И таким образом сами себя запутали. И сегодня я хотела бы дать вам такой себе путь к тому, чтобы указать, каким образом, самым простым, мы можем с вами достигать то, чего мы захотим, каким образом нам научиться и вспомнить, что такое хотеть, и каким образом нам все-таки наконец-то из людей, слушателей, зрителей и людей, которые любят поумничать, превратиться в людей, которые живут здесь и сейчас. Я неоднократно говорила о том, что у меня иногда складывается впечатление, что многие люди считают, что их жизнь, она бесконечная, она будет длиться вечно, никогда не закончится. И если вы вспомните, то очень много ваших целей, которые вы себе ставите, вы ставите не один год. Причем удивительным образом большинство наших целей очень примитивных. Ну, давайте какой-нибудь простой наборчик, да, вы можете дополнить. Например, привести себя в хорошую физическую форму, да. Огромное количество людей на протяжении всей своей жизни собираются прийти в какую-то форму. Приезжают на пляж, смотрят на других, говорят, ой, ну надо мне собой заняться. И многие даже находятся в этом процессе, но так никогда до этой формы и не доходят. Потому что желание и любовь к еде, желание где-то поспать, пропустить тренировку и так далее делают свое дело. Второй момент, ну это такое одно из явных желаний. Безусловно, второе желание, пропадает связь. Я ничего, к сожалению, не могу с этим поделать, поэтому могу только продолжать. Второй пункт, который является для большинства людей очень таким постоянным, это желание разбогатеть, да? А зачем нам вообще нужны деньги? Нам необходимы деньги, естественно, для того, чтобы осуществлять какие-то свои желания. Но дело в том, что есть такая интересная хитрая уловка, что большинство людей думают о деньгах как о деньгах, ну то есть как о суммах денег, которые они хотят достичь. Дело в том, что сама по себе сумма, которую вы для себя ставите, например, особенно если эта сумма связана с миллионом, ну то есть какой-то такой, знаете, абстрактный желаемый суммой многими людьми, дело в том, что эта сумма и вообще любая сумма денег, которую вы загадываете, если она не связана с какими-то конкретными вашими желаниями, то ее мозг не особо сильно может визуализировать. То есть вы не можете создать какую-то определенную визуализацию, картинку, вы создаете попросту бумагу, и это вас не особо мотивирует. Именно поэтому крайне важно понимать, чего именно вы хотите, что, для чего вам эти деньги нужны. И не столько визуализировать свои суммы, сколько понимать, что это включает. И если это даже есть какая-то определенная сумма, то за ней должен стоять некий образ жизни, который вы желаете. И все-таки все хотят денег, все хотят иметь красивое тело, конечно же, все хотят иметь отношения, но для многих людей, как я уже сказала, жизнь выстраивается таким образом, что люди все время, постоянно хотят этого, но этого не достигают.
С чем это может быть связано? Как вы думаете? Давайте с вами об этом поговорим. С чем может быть связано то, что мы не достигаем своих целей, на первый взгляд, достаточно примитивных, простых и вроде бы как понятно достижимых? Почему мы этого не делаем? Я не знаю, задавались ли вы этим вопросом, я лично этим вопросом задавалась. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны прийти к обратному и задать себе вопрос, а что я должен сделать для того, чтобы эта цель была достигнута? Ну, смотрите, самая простая цель, и, кстати, один из самых популярных запросов в интернете по поводу фигуры. Как похудеть, как создать тело мечты и так далее. А мы все, в принципе, знаем этот ответ, правда? Нам необходимо, наладить наше питание, нам даже не столько нужна какая-то супердиета, сколько просто нужно наладить питание, убрать вредные продукты, да? Ну, мы все знаем, о чем идет речь. И второй момент, нам необходимы регулярные физические нагрузки. Ну вот, это первый момент для идеального тела. Если вы просто будете больше двигаться и уберете вредные продукты, сладкие продукты, калорийные продукты, продукты с так называемыми пустыми калориями, ваше тело начнет сильно меняться. Ну, это как бы очень сильно понятно. Но что происходит с нами? Давайте рассматривать. Я не просто так сейчас это все говорю, лишь бы поболтать. Что происходит? Мы в какой-то момент, у нас появляется какая-то мотивация. Мотивация может быть разная. Поехать куда-то, с кем-то встретиться, просто захотелось привести себя в форму, понравиться мужчине или женщине, это очень мощная мотивация, нравится партнеру своему, да, сексуальная какая-то история. То есть мы хотим себя привести в форму. И вот у нас начинается этот период, загорается очень сильный маяк, такой внутренний огонь, и мы начинаем, значит, активно идти к своей цели. Следим за питанием, ну, как минимум следим, то есть смотрим так, нет, тут я между огурцом и пирожным я выберу огурец, да, между мясом и сладкой колой я выберу мясо и так далее. Что происходит потом? Это длится какой-то период времени. У кого-то это длится неделю, у кого-то это длится 2 дня, у кого-то это длится месяц, у кого-то это длится полгода, и человек приходит в классную форму. И что происходит потом у 95, если не 8% людей? Человек срывается. Человек перестает это делать. И большинство людей срывается именно на уровне не тогда, когда цель достигнута хотя бы на какое-то время, а когда цель еще вообще не достигнута, она находится в процессе. Почему? Ну, во-первых, человек считает, что он уже устал, он уже и так длительное время это делает. Неделю, месяц, 3 дня, 3 месяца, он уже и так это длительное время делает, и его обламывает. Он думает, да сколько можно, я хочу нормально жить. Вот эта фраза замечательная, я хочу нормально жить. Что происходит? Например, когда человек решает зарабатывать деньги. Он понимает, что ему необходимо найти какую-то работу другую, или ему необходимо начать какой-то бизнес другой делать. Ему необходимо начать совершать новые действия. Вы должны понимать и помнить главное правило. Для того, чтобы получить иной результат, необходимо совершать новые действия. Вот человек думает, да, я хочу бизнес, я хочу классно отдыхать, я не хочу на себе экономить, я хочу развиваться. И вот он начинает делать каких-то 3 шага и понимает, что как-то все вокруг начинает шататься, начинает его реальность меняться, что естественно, потому что ты начинаешь делать новое. Получается ли у вас сразу же получить крутые результаты, когда вы решили сделать бизнес? Вот вы задумали бизнес и решили, что теперь вы хотите в месяц зарабатывать, например, 20 тысяч долларов. Вы начинаете месяц предпринимать какие-то действия, ваши 20 тысяч долларов еще не зарабатываются, у вас не все получается, и что начинается? Вы начинаете забывать об этом, вы начинаете, как так называемая очень популярная фраза, возвращаться в реальность. Срочно решать те проблемы, которые есть сегодня. Вы думаете, не, ну чем я занят? Ну построением чего я занят? Не получается, и вы возвращаетесь. Что объединяет 2 примера, которые я вам только что рассказала? Я вам объясню. Первое, что их объединяет, это ваши привычки. Привычки – это то, что формирует человека. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели на это не как на красивую фразу и сказали «я знаю», я хочу, чтобы вы об этом задумались. Я хочу, чтобы вы осознали, что человек состоит из привычек. Мы есть то, что есть наши привычки. И если у нас есть привычка не доводить до конца, и если у нас есть привычка есть больше, чем тратить калорий, и если у нас есть привычка выглядеть так, как, ну, как бы недостаточно хорошо и быть этим довольным и постоянно откладывать на потом,
то до тех пор, пока мы не создадим новую привычку, у нас ничего не поменяется. Почему люди не создают новых привычек? Потому что для того, чтобы создать новую привычку, необходимо два моих любимых условия. Это дисциплина и сила воли. Усилием воли мы должны заставить себя измениться. Мы должны заставить себя делать не то, что мы привыкли. Это как вы пишете правой рукой, попробуйте начать писать левой. Нам необходимо усилие воли. И здесь как раз все и получается. Очень многие люди, большинство людей, 99% так точно, не меняют свою жизнь именно потому, что привычки уже сформировали вас, и вы не готовы делать усилий для того, чтобы поменяться. Вам кажется... Сейчас, простите. Заблокирую человека, это меня отвлекает. Вам кажется, что... Это здесь ни при чем. Вам кажется, что еще чуть-чуть, и вы сможете, ну, оно и так как-то поменяется. Люди обламываются. Почему я об этом говорю? Дело в том, что вы должны осознавать очень простую вещь. Вы должны осознавать, что для того, чтобы вы могли идти дальше, и для того, чтобы вы могли развиваться, вам необходимо понимать, что для изменений нужно время. Вы тратите огромное количество времени на вот эти вот бесконечные дурацкие комментарии, вот мы тут парочку людей видим, мы тратим время на листание ленты, мы тратим время на обсуждение черти знает чего, но... Когда нам необходимы изменения в виде нашего тела, наших мыслей, нашей жизни, через неделю, или месяц вы обламываетесь это делать, считая, что на самом деле ничего этого не работает. Мы занимаемся, я как автор методики «Рерайтер жизни», занимаюсь тем, что помогаю людям с помощью изменения сознания, с помощью изменения своего мышления, с помощью специальных ментальных практик перепрограммировать свой мозг. Как это выглядит? Это выглядит с помощью специальных упражнений, которые нацелены на создание новых убеждений в голове. То есть мы выбираем старые убеждения, которые говорят нам о том, что мы неудачники, мы не можем заработать много денег, мы не можем быть в чем-то счастливы там, и так далее, и вкладываем в свою голову другие убеждения и начинаем перепрограммировать свой мозг. И это занимает время. Каждый день в течение 15, 20, 30 минут, у каждого по-разному человека, мы занимаемся специальными ментальными практиками. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди говорят в какой-то момент: «Ну вот я работаю над собой, а результата нет». Я сегодня хочу сказать вам очень важную вещь. Дело в том, что результат не виден так быстро, как бы нам хотелось. Если вы немножко поинтересуетесь, почитаете о каких-то интересных вещах, например, о том, как раскалывается камень, и когда вы будете бить по камню, то камень будет оставаться твердым, и вам может после сотого удара показаться, что вы его не можете разбить, но 101 удар может, какой-то удар разобьет этот камень. И вы должны помнить одну простую штуку, что результат — это не конечный удар всегда, а процесс. Точно так же, как в организме человека всегда живут раковые клетки. Знаете ли вы об этом? Что они находятся в организме человека всегда, но срабатывают и обнаруживаются, и проявляются в каких-то определенных редких случаях, и проявляется это в одно мгновение. Вы должны осознавать, да, мне тоже странные сегодня комментарии, что происходит, но неважно, может быть, у нас что-то подключилось из-за Египта, какая-то странная география. Я хочу, чтобы вы осознавали и понимали очень простую штуку, что когда происходит изменение, это накопление энергии и накопление определенного опыта. Вопрос не в том, что результат придет тихо, когда мы его не ждем, а вопрос в том, что когда мы видим победу на Олимпиаде, это не значит, что человек, что спортсмен
просто сегодня удачно выступил. Это результат многолетних тренировок и многолетних соревнований. Я хочу, чтобы вы помнили об этом. У нас, у обычных людей, которые не являются спортсменами, для которых слово «тренировка» немного чуждо, мы обламываемся в чем бы то ни было при постановке любой своей цели именно потому, что мы, как, извините, дураки, ждем быстрых результатов. И мы считаем, что если через неделю, месяц или через три мы не достигли той цели, которую мы себе программируем, которой мы желаем, то это не работает. Это абсолютная неправда. И как раз в моменте изменения своего сознания, и это сейчас очень относится к рерайтовцам, это очень важно понимать. Вы должны понимать, что мы накапливаем. Вот для того, чтобы изменилось, как вообще устроена, да, наша мысль? Наша мысль — это определенная энергия. Определенная энергия. Когда мы в свою голову начинаем постоянно, регулярно эту энергию прокачивать, мы вокруг себя создаем некие определенные энергетические вибрации. И вот можно заметить, что когда человек регулярно, например, занимается практиками, то у него очень быстро многие, не все, естественно, но очень многие желания очень быстро аккумулируются. И это очень иногда страшно, когда ты идешь, о чем-то подумал, и вдруг это с тобой произошло. Особенно, если ты подумал негативное. Удивительным образом негативное осуществляется всегда лучше почему-то. Ну так как-то, не знаю, наверное, потому что мы на это больше заряжены. Я хочу, чтобы вы понимали, что надо много работать, чтобы достигнуть желаемого результата. Мне не очень нравится это программирование. Надо сложно, тяжело работать. Это неправда, не надо себя так настраивать. Нужно просто запомнить очень простую вещь, что если вы для себя решили достичь какого-то результата, и если вы честно знаете, что каждый день, будь это ментальная практика или физическое упражнение, в зависимости от вашей цели, если вы каждый день совершаете одно действие, но каждый день по отношению к своей цели, вы должны быть твердо уверены, что она осуществится. Не ждать, когда это произойдет, не просыпаться каждый день и бежать, и это, знаете, как посадить зернышко и каждый день выкапывать его из земли, проверяя, что там с этим зернышком. Вы же понимаете, что оно тогда никогда не прорастет. Но ваша твердая вера в то, когда вы программируете себе цель, твердая вера в то, что вы ее достигнете, даст вам 100% результат. И в большинстве своем нас портит именно, точнее не нас портит, а недостижение наших целей происходит именно из-за того, что мы обламываемся в это вере. Мы обламываемся, мы ждем быстрых результатов, мы хотим, чтобы все было тут же, сразу же. Ну как же так? Я же уже неделю это делаю, месяц это делаю, или там 3 месяца это делаю, или год это делаю. Ваша твердая вера и ваша регулярная работа создадут и помогут вам достичь любой цели. И эту уверенность свою нужно, Господи, и правда, сегодня какие-то странные комментарии. И эту свою твердую уверенность необходимо в себе взращивать. Я хочу, чтобы вы себе об этом сегодня напомнили. Это очень-очень важно понимать. Не ждите маленьких результатов или больших результатов. Не ждите, что все получится скоро или не скоро. Просто знайте, что это произойдет, и если вы честно каждый день идете к своей цели, поверьте, если вы каждый день, например, или там, ну давайте, каждый день выходите на какую-то тренировку, вы поставили себе цель получить красивый пресс или рельефные ноги, если вы следите внимательно, каждый день и смотреть, вылезла ваша мышца или нет. Просто в какой-то момент вы увидите, что вы поменялись. Я, знаете, сегодня нахожусь же на пляже, а на пляже у всех есть такая замечательная привычка рассматривать друг друга, ну, естественно, есть множество людей. И я сегодня в который раз подумала о своих ногах. Дело в том, что где-то с 18 лет я начала ходить на тренировки в зал.
на тренировки в тренажерный зал, там, на функциональные тренировки, на разные. И вот вы знаете, сколько лет я ходила на тренировки, я все время задавала себе вопрос. Вот просто интересно, а если бы я не ходила на тренировки, как бы я выглядела? Поменяла бы это хотя бы что-то или не поменяла? И вот знаете, я сегодня смотрела на себя и поняла, что мне сейчас 37, и я понимаю, что то, как выглядит мое тело, это показатель того, что я все-таки ходила на эти гребаные тренировки с 18 лет и все-таки качала эти мышцы, потому что наконец-то я могу в каком-то сравнительном анализе не только со своим возрастом, но и с другим понимать, что вот эти ноги и эти мышцы, которые... делаем какие-то особенно ментальные практики, что-то проговариваем, что-то пишем, часто в голове возникает мысль: «Господи, ну чем я занимаюсь? Ну это же не видно, это же не видно, это же, ну, как-то вот глупо». На самом деле нет. В перспективе вы обязательно заметите результат. И я хочу вам сегодня сказать одну главную вещь, что для того, чтобы ваша цель была достигнута, вы ни в коем случае не должны от нее отказываться или отступать. И сомневаться в том, что это возможно, потому что именно это вас губит. Я знаю огромное количество людей, которые всю жизнь ищут супердиету, которая позволит им похудеть. Я знаю огромное количество людей, которые ищут бизнес, который сделает их богатыми. Это абсолютно бесполезно. Ну, как бы, это показатель дурацкой привычки не доводить дело до конца и не уметь идти к своей цели. Вот и все. Это такая привычка. Вас создают ваши привычки. Я хочу, чтобы вы об этом помнили, что вопрос не в супертехнике, и вопрос не в супердиете, и вопрос не в суперпрактике, вопрос в ежедневной работе над собой, над той целью, которую вы для себя ставите. И результат будет абсолютно всегда. Когда вы говорите о том, что у вас нет результата и не получается, скажите себе правду: я ленив, я ленив, я трачу свою жизнь для того, чтобы что-то искать, что-то делать, что-то, но у меня нету цели достичь хотя бы чего-то. Вот вы говорите: как найти цель, если в детстве ни о чем не мечтала? А вы не ищите цель, вы себе поставьте любую. Поставьте себе цель «красивое тело». Вы сейчас скажете: ой, да у меня и так нормально. Это говорит опять-таки о вашей привычке быть среднячком. Ну скажите себе: я среднячок, мне похер, как я выгляжу, мне пофиг, что у меня есть. Цель – это не всегда даже ваше желание, может быть, как, знаете, а если я не хочу машину? А вы просто захотите машину для того, чтобы потренироваться в достижении какой-то цели. Вам в чем-то нужен тренажер, понимаете? И люди в большинстве своем, когда говорят о том, что у меня нету цели, я ничего не хочу, на самом деле трусливы и боятся за что-то браться, потому что прекрасно знают, что не умеют ничего получать, достигать, потому что сомневаются в себе, потому что, по сути, являются лузерами. И научитесь себе говорить правду в лицо. Я знаю огромное количество успешных людей, и ни один из них никогда не сказал, что у него нету целей. Я знаю бесконечное количество лузеров, вы лузер. Если у вас нету целей, значит, вы человек, который труслив, который боится на что-то, знаете, как закинуться, боится куда-то о чем-то сказать вслух, потому что прекрасно знает, что он ничего не достигнет. И таким образом вы оправдываете свою лень. И когда мне молодая девушка говорит о том, что: ой, да у меня и так нормальная фигура, а я прекрасно знаю, и глядя на нее, понимаю, что она страшно комплексует, и что никогда у нее ни с кем не сложится нормальные отношения, потому что а, она комплексует по этому поводу, б, она подбирает себе партнеров, рядом с которыми она будет смотреться, знаете, так же. Вот нужно понимать и говорить себе правду.
И если вы лузер, ну окей, но лузеры не должны меня смотреть, я надеюсь, что вас здесь нету, потому что я обычно больно пью по самолюбию, и это неприятно. Лузеры предпочитают находиться в среде лузеров, где есть конкурс, кто какой лузер лузернее, знаете. Я люблю людей, которые смело могут посмотреть правде в глаза, и в тех моментах, где человек слаб, признать это и сказать: слушай, ну ты же права, но так же и есть на самом деле. Я вам скажу по себе, что я тоже, например, не замахиваюсь на те цели, которые для меня, например, ну у меня немножко другая история. Я сегодня не замахиваюсь на те цели, ради которых я не хочу, которые меня не зажигают, ради которых я знаю, что я не готова гореть. Немножко цели поменялись, но я всегда люблю, например, расти и развиваться, потому что я вообще не вижу смысла в жизни, если ты куда-то не двигаешься. Мне никогда не хочется быть среднячком. Вот мне говорят: как у вас такие дети? Потому что я учу своих детей: ты должен найти то дело, в котором ты хочешь стать номер один. И если ты не знаешь, какое это дело, найди то, что тебе нравится прямо сегодня, и постарайся достичь в этом успеха. Потому что успех – это привычка. Если ты привыкаешь быть успешным, ты привыкаешь быть во всем. Перебороть лень надо бы. А задайте себе вопрос: а почему вы ленивы? Почему вы себя не любите? Почему вы ничего не хотите? Чего вы боитесь? За любой ленью я, например, не бегала кроссы. Знаете почему? В школе говорила, что мне нельзя. Потому что я боялась, что я не прибегу первая. И я придумывала, даже у врачей брала справки. Я не ходила в школу плавать в бассейн, потому что я не любила плавать и знала, что первой не приплыву. Но я не могла себе позволить быть не первой. Но у меня были точки, где я всегда была самая первая и самая лучшая. Мы не можем быть лучшими во всем, но мы точно можем быть лучшими в чем-то. Так в чем вы хотите быть лучшим? Скажите мне, пожалуйста, в чем вы хотите быть лучшим? Если вы скажете, что вы ни в чем не хотите быть лучшим, и у вас нету никаких целей, то скажите, пожалуйста, а как вы себя сами оцениваете? Вы какой человек? Вы какого черта дышите кислородом и забираете у людей возможность развиваться? Вы масса. Масса, которая расплывается по земле. Но это как-то... Знать, что ты хочешь есть. Как узнать? Приди, вот человек приходит, вот ребенок у меня приходит, и шведский стол. Он говорит: я не знаю, что я хочу. Я ей говорю: положи на тарелку все, что тебе нравится, попробуй и определись. Вы же, когда хотите есть, вы же пробуете что-то. Вы же не говорите: ну ничего, тогда есть не буду, если я не знаю что. Вы что-то начинаете пробовать и затем говорите: это вкусно. Почему же в жизни вы не хотите пробовать? В чем вы можете развиваться? Вы в жизни, ну вы, большинство людей в жизни такие, знаете, какие-то присоски, такие вот пиявки, которых куда-то, причем вы не сами присосались, а вот человека присасывают, он там сидит просто на работе. Вот я на работе таких сотрудников всегда, простите, ненавидела. Когда сидит человек на работе, страдающий, потому что он ненавидит работу, он жалуется, что ему недостаточно платят, он делает плохо свою работу, и это какое-то вот такое, знаете, огромное жизненное страдание. Я, к сожалению, ничего не могу поделать с зависанием эфира, друзья. Это не в моих силах в данный момент. Вот, но маем это еще маем, как говорится. Сейчас нормально, нет? Развисает. Поэтому я хочу сегодня сакцентировать ваше внимание на том, на моей любимой фразе: «Дорогу осилит идущий». То самую большую ошибку, которую вы можете совершить, это начать, как мой эфир, зависать. Начать говорить о том, что вы не верите, что что-то у вас не получается, что что-то это не работает. Результат виден и часто проявляется со временем. Вы должны понимать, что результат
всегда неразделим с вашими действиями. И если вы действуете, результат будет всегда, и это вопрос времени. Не может быть такого, вот не может быть такого, что вы ходили беременной, и потом ребенок из вас не вышел. Он не рассосется. Я хочу, чтобы вы это поняли, что если вы работаете над какой-то целью, будь это ментальные практики, будь это физические упражнения, не может быть такого, чтобы цель не была достигнута. Рождение произойдет. И ваша задача не ходить и не ждать, вытаскивая своего ребенка на каждой неделе. Ну что, ты уже там созрел, ты уже там родился. У вашей цели есть свой период времени. И я хочу напомнить вам о такой интересной штуке, что цель является неотделимой от вас. Что тот путь, что это означает? Тот путь, который вы проходите, например, вы решили чтобы был понятный пример, вот с телом, да, вы обладаете обычной внешностью, и вы решили получить тело своей мечты. И вот у кого-то на это тело мечты, например, ушло 3 месяца, а у вас ушло 3 года. Но вы должны понимать, что за эти 3 года вы приобрели не только тело мечты, вы приобрели характер, дисциплину, вы приобрели твердую хватку, вы приобрели умение концентрироваться на своей цели, вы стали другим человеком. Путь, который вы проходите от момента того, когда вы в чем-то решаете поменяться и создать новую привычку, меняет вас. Я хочу, чтобы вы это осознавали, потому что в жизни именно это и есть ценностью. Если посмотреть на наш жизненный путь, то, что вы купили машину и квартиру, в конце вашей жизни не будет иметь вообще никакого отношения. Вы умрете таким же голым человеком, которым вы пришли в мир, только немножко состарившимся и как-то свое тело или испоганив, или приведя ее в классную форму. Но ваше внутри, ваш духовный опыт, ваша душа, которая, скорее всего, все-таки как-то перерождается, вот этот опыт вы и приобретаете. И цель является для вас мотивацией для приобретения этого опыта. Понимаете, что желание нравиться мужчине, или желание нравиться этой женщине, или желание подарить этой женщине дом и стать богатым человеком, является мотивацией для вас, чтобы получить характер и измениться полностью, чтобы из человека мямли, человека, который сидит, сосет палец, ковыряется в ногтях, лускает семечки со своими друзьями и обсуждает какую-то херню, попивая пивко, превратиться в человека с крутым характером. Превратиться в человека, который создал рабочие места, превратиться в человека, который заряжает, вы меняетесь. И история в данном случае машины или квартиры, или той цели, которую вы ставите, очень вторично. Те качества, которые у вас есть, сильно меняют. Я вот сейчас могу вам сказать, господи, я вам сейчас могу сказать на примере спорта, да, что вот сейчас я нахожусь на турнире, где вот у меня будет завтра, послезавтра выступать, свою расхлябанность, всю свою лень, собрать себя и пойти достигать своей цели, уметь знать, чего он хочет, уметь к этому идти, уметь коммуницировать в большом сообществе людей, уметь ставить какую-то свою, выстраивать самооценку, уметь презентовать себя и так далее. Ценность всегда внутри. Я хочу, чтобы вы это понимали. Когда вы расстраивались, почему у вас до сих пор нету той,
той машины, которую вы программируете, или той зарплаты вы понимали, значит, вы еще внутри не созрели. Значит, ваш путь, вам еще нужно дойти до этого, вам еще нужно над чем-то поработать, потому что нас создает именно это. И я очень сильно не завидую людям, да, сочувствую людям, у которых нету мотивации в материальных ценностях, потому что люди в большинстве своем все равно материальны, их двигает это, очень хочется. Мужчине хочется подарить своей женщине кольцо, и ради этого он согласен поменяться, начать брать на себя ответственность, становиться, брать на себя инициативу, развиваться на своей работе, что-то пытаться делать. Это же круто. Мы через вот эти вот материальные конфеты мы меняемся, потому что просто сказать, я хочу быть более собранным, я хочу быть более ответственным, ну как бы не совсем понятна привязка, в чем это будет измеряться. Стал ты более ответственным или нет? Деньги – это то, что меряет, потому что я точно знаю, что когда мой сотрудник стал более ответственным, он стал больше зарабатывать, потому что я могу ему поручить уже большее количество работы и так далее. Важно понимать. И я хочу, чтобы вы помнили об этом, узнали. В тот момент, когда вам хочется слиться, в тот момент, когда вам хочется... Друзья, я не могу ничего поделать, к сожалению, со связью. Ничего не могу поделать. Это египетский интернет. Я нахожусь в месте, где самый лучший интернет, но ничего не могу сделать, к сожалению. Поэтому, сори, вот что слышите, то слышите. Давайте попробуем это услышать. Я еще раз хочу, чтобы вы для себя, цель моего эфира сегодня, чтобы вы не сливались, чтобы вы были тверды в своих намерениях. И помнили, что ежедневная работа, помните, вода камень точит, дорогу осилит идущий. Самую большую ошибку, которую вы можете совершать в жизни, которые, возможно, прошли клуб и дальше не пошли, и дальше начали прерываться в своих практиках, считая, что это не очень работает, или считая, что вы уже и так все понимаете. Очень важно сделать эти практики частью своей жизни. Вы точно можете найти 20 минут каждый день, 20 минут каждый день для того, чтобы выполнять эти практики, для того, чтобы держать свой мозг и свои цели на одной вот такой волне. Я называю это вот правилом каната, для того, чтобы держаться за этот канат. Если у вас есть цель иметь красивое тело в очередной раз перед тем, как что-то проглотить, перед тем, как не пойти на тренировку, перед тем, как не покачать пресс, перед тем, как еще что-то сделать, спросите себя, если это моя цель, неужели я сегодня не могу удержаться для того, чтобы этого не сделать? Это так, сука, важно, ребята. Мы ломаемся, мы все время говорим, ой, да сделаю паузу, ой, да ладно. Мы все время себя жалеем, это неправильно. Успешные люди, вот эта вот жалость, это говорит о том, что вы считаете себя, вот давайте так, вы второсортны, вы себя жалеете, это такая бедная жалость. Это не жалость, потому что вы устали, это жалость, потому что вы вот вы второсортны, говорите себе так. Скажите себе, я настолько себя люблю, что жалость я оставляю своим врагам, я всегда так говорю. Я настолько себя люблю, что жалеют пусть себя мои враги. Я всегда нахожу время. Я практикую сейчас уже, наверное, порядка года регулярно, без пауз совсем. Поверьте мне, если вы думаете, что у меня какое-то особенное время есть, или поверьте, моя жизнь мега насыщена, у меня множество всего, у меня множество моих личных тараканов, у меня множество эмоций, я очень эмоциональный человек, мне вообще очень сложно с собой совладать, и тем не менее я взяла для себя и поставила на первое место достижение тех целей и проживание той жизни, которую я для себя решила. Я больше не позволяю своей жизни случаться, как получится. Я четко знаю, чего я хочу. И это является моим канатом. И я каждый день пишу себе и знаю, чего я хочу. Каждый день. Вот у меня
прикроватная тумбочка, 25-я тетрадь, вот я вам покажу. Каждый день я работаю над этим. Я еду, лечу, я прилетаю в любое время, неважно, что происходит, я работаю каждый день, если раздражают близкие, которые ни к чему не стремятся. А с чего вы решили, что вы можете распоряжаться с людьми? С чего вы решили, что ваши близкие должны жить так, как вы считаете нужным? Позволь себе быть собой, займитесь собой. Если вы хотите помочь своим близким, станьте для них примером. Если вы раздражаетесь, это, знаете, история про похудение. Когда вы сами хотите похудеть и заставляете, чтобы все вокруг вас, значит, питались правильно. Это наш личный эгоизм. Точно так же ваши близкие не хотят, чтобы вы менялись. Точно так же они считают, что то, как живут они, это правильно. История про то, что вы должны отделиться от всех, уйти в свою личную капсулу, это не означает не общаться других людей без их желания и не позволять другим менять вас, не вступать в конфликты, не вступать в какие-то сражения, а просто прокачивать себя настолько, чтобы вы в состоянии были самостоятельно двигать себя и в своей лодке грести. У вас всегда появятся, когда вы будете это делать, всегда притянутся такие же люди, как и вы, с которыми вы сможете это обсуждать. Но высший пилотаж дружбы, вот для меня, например, это то, когда мы можем позволить себе не обвинять друг друга. Ты меня не поздравил, ты не так сделал. Высший пилотаж дружбы – это когда, неважно, какой период времени, раз в год, раз в месяц или раз в день, мы можем друг с другом созвониться, списаться, без лишних слов, без ничего, и всегда друг друга поддержать, не пытаясь что-то кому-то навязать, доказать. Навязывание и доказательство – это всего лишь предмет нашего личного эгоизма. Вот, собственно, с собой. Вот и все. Это важно понять, что другие люди не обязаны делать то, что нам нравится или то, что нам хочется. Позволь себе быть собой, другому быть другим. Для меня это одно из самых больших жизненных испытаний, поверьте мне. Я диктатор по природе, вообще диктатор. Я люблю всем рассказать, как надо жить, как нужно делать, и это сложно. Дать возможность людям, которые находятся вокруг меня, развиваться как-то самостоятельно, сложно. Но тем не менее, я прохожу этот путь, я стараюсь это делать, стараюсь уметь слышать, стараюсь уметь разговаривать как-то так, чтобы, значит, и в свое пространство никого лишнего не пускать, и в чужое пространство не заскакивать. Но тем не менее, это очень-очень важно осознавать. Я хочу, чтобы вы помнили об этих простейших вещах. А простейших. И когда вам хочется сдаться, забить, когда вы считаете, да это фигня, да это не сработает, поверьте, у меня есть такая любимая стратегия жизненная, я называю это на длинное плечо. Я всегда разрабатываю стратегию не с позиции того, что будет завтра, а с позиции, знаете как, важно выиграть не сражение, а важно выиграть войну. Вот я всегда смотрю именно в долгую, длительную перспективу. Я понимаю, что да, сегодня, может быть, мне это будет не очень комфортно, но спустя время я пойму, что это того стоило. И сегодня, как человек, например, который... почему-то, для меня это очень странно, почему-то начинает перешагивать какие-то возрастные рубежи, и мне, честно говоря, стрёмно, что я все активнее приближаюсь к цифре 40, которая для меня является вообще непостижимой, потому что мне 20, я не чувствую себя по-другому совсем никак, ну, я не чувствую. И я мега счастлива, что я могу себе позволить выглядеть сейчас так, как я выгляжу, и поверьте, я буду делать все для того, чтобы не ускакать, для того, чтобы оставаться маленькой, тоненькой, хрупенькой, для того, чтобы не стесняться со своими дочками, раздеться где-нибудь в компании молодых подружек,
То есть я понимаю, что те инвестиции, которые я делала, начиная там с 18 лет, занимаясь своим телом, и сейчас, когда я хожу на тренировки и встаю иногда по утрам, а мне не хочется это делать, я понимаю, что оно того стоит. И сейчас я это вижу. Когда тебе 20, тебе кажется, что, блин, ничего не произойдет, если ты сейчас не будешь этим заниматься. Поверьте мне, важно то, что вы вкладываете в себя. И в мозгах точно так же. Если вы сегодня, у вас в жизни полная белиберда, вы пришли на рерайтер жизни и начали встраивать свой мозг, не бросайте это, если вы не видите моментальных результатов. И если еще не выросли огромные деревья, то это не говорит о том, что корни уже не прорастают. Дайте время, и вы спустя время увидите потрясающую разницу. Потрясающую разницу. Она ходите на пляж и загораете, да, вот, загораете, загораете, а потом в какой-то момент смотрите, у вас красивенный загар, вы думаете, блин, когда я успела так загореть? А вот когда вы ходите, 10 минут позагорали, такой прибежали, что-то я не загорел. Перестаньте ждать, перестаньте постоянно контролировать, начните просто наслаждаться процессом того, что вы делаете, и будьте уверены в результате. Просто будьте на 300 тысяч уверены в том, что это произойдет. И произойдет это в лучший момент для вас, потому что, как я вам уже сказала, это еще поменяет вас изнутри. Самое ценное богатство и самый ценный приз, который мы получаем, это наши внутренние изменения. Это когда мы смотрим и думаем, господи, какими классными мы стали, как это со мной произошло. Вы знаете, я всегда славилась в своей юности, такой детской, все были уверены, что у меня будет очень много мужей, потому что у меня всегда было много парней, я всегда такая была очень вертихвостка, у меня поразводились все мои парни. Подруги уже неоднократно, все мои одноклассницы, все. И когда люди смотрят на мою семью, они не могут понять, как та Оля, которой они меня считали, вдруг сегодня вот такая. Я всегда была с очень жестким характером, и люди считали, моя мама мне всегда говорила, что у меня никогда не будет друзей, у меня никогда, я типа очень, с тобой никто не захочет дружить. Сейчас, когда на меня собираются огромные аудитории, залы, когда у меня большое количество там друзей, подписчиков и так далее, учеников, люди тоже недоумевают. Вопрос в том, что мы меняемся, какие цели мы имеем. И вопрос в том, что мои цели вырастили и изменили меня. А люди, которые не имели таких целей, они по-прежнему остались такими же. Не верьте в то, что люди не меняются, люди меняются. Не верьте в то, что вы сегодня не можете измениться как внешне, так и внутренне, как не можете поменять свое окружение полностью, как не можете поменять дом, в котором вы живете, количество денег, которые у вас есть, работа, которая у вас есть, вы можете изменить абсолютно все. И проблема только в том, что когда вы начинаете об этом думать, вы думаете о том, как это сделать завтра, вы думаете о том, что вы не понимаете, как это сделать, но вы не думаете о том, что вы хотите этого делать, и не начинаете каждый день вливать и твердо знать, что это произойдет. Вот это главная проблема, которая у вас есть. И люди, которые приходят ко мне на марафон «Рерайтер жизни», то, что я даю на рерайтере, то, что я сейчас буду давать на новом рерайтере, это такой еще будет, мне кажется, турборежим, потому что еще больше информации. Люди не хотят, многие, практиковать и заниматься этим регулярно, потому что не видят, ну а как это вот может, я бы завтра хотел изменений. Вы так часто хотите измениться завтра, Бог здесь ни при чем. Бог здесь ни при чем, вы и есть Бог, я хочу вам сказать, друзья. Но это другая тема. Люди так много времени тратят на поиски волшебной таблетки, не понимая того, что если бы вы это время каждый день уделяли своей цели, работы со своими мыслями или там с другими какими-то своими задачами, вы бы уже к этому пришли.
Понимаете? Это как человек, который стоит и ждет, когда приедет такси, вместо того, чтобы пойти пешком. И один стоит и ждет, и ловит такси, и не может дождаться целые сутки, а второй уже за час дошел и отдыхает дома. А тот все ходит и возмущается, что такси не ездит. И я хочу, чтобы вы сегодня об этом подумали. Поэтому человека создают его привычки. И если вы хотите изменить свою жизнь, измените свои привычки. И будьте для себя уверены в том, что ту цель, которую вы ставите, она непременно осуществится при условии вашей ежедневной работы. А я не знаю лучшей ежедневной работы, чем изменение своих мыслей и перепрограммирование своего мозга. Потому что до тех пор, пока ваши цели не станут частью вашей энергетической вибрации, до тех пор, пока вы будете не верить в то, чего вы желаете, невозможно достичь, а еще хуже, не знать, чего вы желаете, вы, к сожалению, не сможете к этому прийти. Какое бы такси вы ни вызвали, вам необходимо назвать адрес. И до тех пор, пока вы этот адрес для себя не создадите и не сможете передать его таксисту, ничего не произойдет. Поэтому подумайте об этом. У меня 1 апреля стартует новый поток нового марафона, можно сказать, апгрейда полного, который называется «Рерайтер жизни 2.0». Спустя год я полностью обновляю марафон. Очень сильно, он становится еще более сильным, еще более мощным. Я вас приглашаю поработать. Это будет крутая работа. За месяц мы научимся с вами ежедневной работе. Мы научимся с вами пониманию того, что для нас является важным и ценным, и что нам необходимо делать каждый день для того, чтобы мы могли достичь тех целей, которые перед собой поставили. Помните о том, что ваша жизнь является отражением ваших мыслей. Вся ваша реальность, которая у вас сегодня есть, все ваше наличие успеха или его отсутствие, богатство или бедность, все, что у вас есть, это все проецируется отсюда. И если вы хотите научиться проецировать ту реальность, которая пока что для вас кажется сказочной, welcome, я вас буду всегда ждать. Я заканчиваю на этом наш прямой эфир. Простите, пожалуйста, за связь, за все, что так получилось. Я старалась как могла. Очень не хотелось с вами надолго расставаться, потому что и так, пока я в поездке, не могу выходить так часто в эфир, как обычно. Я надеюсь, вам было полезно. Я вам буду благодарна после публикации эфира, если вы оставите несколько комментариев в качестве вашей оплаты. Может быть, поделитесь какими-то инсайтами, если они у вас сегодня были. Напоминаю о том, что я вас жду на рерайтере жизни. Если вы там не были или если вы хотите повторить, you are welcome. Ссылка есть у меня в профиле. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать мне в директ. Всем